Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Хитрый план Назарбаева-младшего. Почему Айсултан молчит? Где сейчас Айсултан Назарбаев? Друзья, я долго освещаю ситуацию, которая складывается вокруг Назарбаева-младшего. Также рассуждал на эту тему, делился с вами какими-то умозаключениями. И в последнее время прихожу все больше и больше к одной мысли. А не спланированная ли это акция? Скажем так, что-то типа шоу, которое призвано отвлечь от чего-то действительно важного. Обстановку в Казахстане я знаю не так хорошо, как в России. Ну уж очень все похоже на это. Почему он молчит, если он так хочет что-то рассказать? Ведь чем раньше он это сделает, тем больше будет привлечено внимание к его персоне. И тем проблематичней с ним будет что-то сделать, ведь он именно этого добивается. Айсултан, как никто, должен быть заинтересован в этом. Не Дудь, с которым он якобы вел переговоры, который до сих пор не дал никаких комментариев по этому поводу. Выкладывай информацию в Инстаграм, Фейсбук и так далее. Поверьте, публика за этим следит довольно-таки обширная. Это, естественно, Казахстан, а также Россия, Беларусь, Украина. Разве мало? Начнешь говорить, узнают еще больше. Так что на Дуде свет клином не сошелся. В Фейсбук периодически появляются кое-какие посты, но информация как таковой они не несут. Непонятен, конечно, подход Айсултана к данной проблеме. Либо есть еще один вариант, который, я считаю, тоже возможен. Айсултан сейчас не может предпринимать какие-то либо действия, так как он сейчас изолирован и, как уже писали ранее, телефон не в его руках и пишет не он. Но последний вариант у меня вызывает сомнения по одной лишь причине. Айсултан находится в Англии. Не в России, либо Казахстане, а в Англии. Там не так-то просто закрыть человека, вывести, либо что-то сделать с ним еще. Напомню, что это лишь мое мнение, с которым вы можете не согласиться. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На создание материала уходит долгое время. А вам, чтобы поставить лайк, секунда. Если вы хотите быть в курсе важных событий в социальных и политических сферах, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.